О чем думают курсанты, особенно на первом курсе своего военного учебного заведения? Я думал, я вам честно скажу, я думал о том, что мне хочется спать и жрать. Вот две основные мысли были, значит. Поэтому... Мне приснилась чистая в цветах поляна, босиком бегу по ней от счастья пьяный, а на утро в свой сапог я попасть никак не мог. Опоздал я в строй, и мне наряд влепили. А потом по лужам час или два гоняли нас, что прием и строевой мы не забыли. Мне приснилось, будто пью бульон куриный, ем бананы, винегрет и сардины, а на утро дали нам мясо с солью пополам. Я жевал его почти что до обеда, а когда обед настал, я жевать его устал и остался без обеда привреда. Мне приснились волосы моей девчонки, ее губы и глаза, и голос тонкий, а на утро хриплый бас всю казарму вдруг затряс. Волосатая рука открыла двери, своей лысой головой покачал начальник мой и сказал: пойдешь наряд, не спите теря. Спасибо.